Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о кресле от компании Ossan. Моделька называется One 360. Это кресло категории 0, 1, 2, 3. То есть оно включает абсолютно все категории, все группы кресел в себя. Это полностью универсальное кресло с рождения до 150 сантиметров роста ребенка. Причем от очень хорошего бренда. И я больше скажу про этот бренд. Этот бренд дает нам по соотношению цена-качество-безопасность, наверное, на сегодняшний день одни из лучших кресел, которые я знаю. Соответственно, пройдены все обязательные испытания, соответствует европейскому сертификату, ребенка доверять можно. Вот. И плюс качество, которое мы получаем, а еще немаловажный комфорт, который здесь получает ребенок. Здесь вот оно, мое почтение, достойно уважения. И для тех, кто любит экономить и купить сразу кресло одно на все время, вот вам, пожалуйста, очень хороший вариант для этого. Можете на него взглянуть, как оно выглядит. Сразу про ткани скажу, чтобы к этому не возвращаться. Что мне понравилось? Понятно, что это не какая-то супернатуральная ткань, здесь этого нет. Вот, но она очень приятная, она очень мягкая, приятная, тактильная, и вот прям трогаешь и, ну, получаешь удовольствие, и ребенку тоже будет очень приятно. Ткань очень сильно приятная, плюс здесь достаточно наполнителя, оно достаточно мягкое, и немаловажную роль в этом плане играет вот этот вкладыш. Этот вкладыш, кстати, нужен для ребеночка маленького, новорожденного, и мы его используем, этот вкладыш, где-то до 6 месяцев. Ну, по-простому, вот когда уже мешать будет, мы тогда его достаем. Кто-то может раньше убрать, кто-то позже убирает эти вкладыши. Давайте я его достану вам. Пока мы само кресло еще не начали смотреть, посмотрим на вкладыш. Вот. Первым же делом обычно люди убирают вот этот элемент. Это у нас поясничный упор, чтобы ребенок более горизонтально лежал. Его убирают обычно первым, потому что уже ребенок достаточно подрастает, там в 6 месяцев, и оставляют пока что этот вкладыш. Но и он со временем тоже становится не нужен, и он тоже снимается. Соответственно, он состоит из двух частей. Нижняя часть и верхняя часть. Верхняя часть, она у нас крепится за подголовник. Таким образом все это вытаскивается. И смотрите, сколько у нас тут места. До 1,50 м это все дело у нас поднимается. Место навалом. Оно очень крупное кресло. Одно из самых таких крупных, что я видел. И, соответственно, будет просторно и удобно. Смотрите, что касается крепления кресла. Оно вот разворачивается на 360 градусов. Кстати, это очень удобная вещь, когда вы подошли к автомобилю со вчерашнего дня, например, у вас уже оно повернуто к двери, открыли дверь, кресло уже к вам повернуто, просто развернули его, куда вам надо, куда вы, в какую сторону вы сейчас едете. Вот, собственно, и едете. Что касается крепления, вот вы видите, уже здесь наглядно болтается якорный ремень. Кресло устанавливается на Isofix, защелкиваем Isofix и якорный ремень, в зависимости от того, с какой стороны вы хотите вот пропустить ремень. С правой стороны вы поставили или с левой, чтобы он вам не мешал. Здесь есть вот такой направляющий тоже, проводим его сюда и пропускаем якорный ремень, вот его весь запас, тянем его. Здесь он просто замотан. И фиксируем за крепление якорного ремня сзади на спинке сиденья. Вот, собственно, и весь способ крепления. Изофиксом защелкнули и якорным ремнем пристегнули. Вот. Когда уже ребенок подрос, кресло, соответственно, нам нужно уже развернуть. Но смотрите, не разворачиваем кресло ни в коем случае раньше 9 месяцев. Абсолютно это не рекомендуется делать, потому что ребенок еще не сформирован, чтобы выдержать лобовое ДТП, если вы повернете кресло раньше. Это категорически запрещено делать, не вздумайте совершать таких ошибок. Пока ребенок до 9 месяцев не дорос, он едет исключительно против хода движения, без вариантов. Потом, 9 месяцев настало, вы можете и дольше проездить 9 месяцев, в зависимости, помещается ребенок там или нет, ездите хоть до полутора лет, но раньше 9 месяцев не разворачивайте.
Потом развернули, и что мы имеем? Вот такое большое просторное кресло, как я вам показывал уже. Что касается наклона, наклон здесь, друзья, не самый большой. Ну, в принципе, если ребенок уснул, такое положение отдыха у него все равно будет вполне себе нормальное. Пока ребенок маленький, он пристегивается пятиточными ремнями, и ими он пристегивается до метра роста. Потом ремни убираются, и ребенок уже будет пристегиваться автомобильным ремнем. Все это делается очень просто. Все точно так же, как и взрослый человек себя пристегивает. Вот так защелкнули. Направляющий. Фиксируем. Все, вот таким образом уже с метра до 150 сантиметров пристегнут ребенок. Не забываем, ремни нужно будет убрать. Вот. Что касается посадки и крепления, друзья, разобрали. Здесь, кстати, видите, еще установлена дополнительная боковая защита. В современных хороших креслах это уже как норма. Их усиливают по бокам достаточно сильно, потому что современные стандарты безопасности этого требуют. И напоследок, друзья, вы насчет ткани добавлю один момент. Если вы его постираете в горячей воде, ткань сядет, обратно вы ее не оденете. Поэтому стирайте до 30 градусов. Моя просто вам рекомендация, чтобы вы могли потом это кресло, эту ткань одеть обратно на кресло и пользоваться дальше. Это, к сожалению, не гарантийный случай, поэтому вам будет отказано в гарантии, если вы придете с такой проблемой. Разве что покупать новое кресло. Ткань отдельно купить практически нереально. Так, вот, собственно, и все, друзья, добавить мне больше нечего. Мое короткое заключение, что я вам вначале говорил, это очень хорошее соотношение цена-качество-безопасность от очень хорошего бренда, поэтому что даже ему взамен ему предложить за эти деньги, что оно стоит, внизу ссылка на Мир Автокресел, на это кресло есть, пройдите, посмотрите, но я, к сожалению, ничего толкового, прям вот хорошего, не знаю, один из самых интересных вариантов. Есть, конечно, там пару еще кресел, но этот вариант, как минимум, будет поинтереснее немножечко их. Собственно, и все, друзья. Вам лишь хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор. Вопросы остались, комментарии открыты, пишите, поболтаем. Вам удачи на дорогах, пока.